Как вам игра в целом? Казалось сначала, что текстильщик ухватывал первые 20 минут. Не, ну, и ребята сделали все, что могли. И им только перед ним поклониться надо, потому что они старались до последнего, бились, выжимали себя, ну, терпели. Ну, и что я могу сказать? Ну, это пенальти опять... Перед игрой отрабатывали серию пенальти? Нет, нет, мы не отрабатываем, это индивидуально. Это индивидуально. Но они молодцы, они, опять. И что я могу сказать? Ну, что я им могу сказать? Надо... Табаско поддержать, потому что со всеми бывает. Ну, я тоже не забивал. Ничего страшного. А следующий раз забью. Что не хватает команде, что вторую игру подряд проигрывать в серии пенальти? Это просто не везение? Не, надо. Это лотерея. Понимаете, это. Ну как вот, пенальти, ты не знаешь, что как пробьет. Может быть, подскользнешься, может, вратарь отобьет, может, мимо пробьешь, как у нас было. Но в целом молодцы. Не главная игра, не пенальти. И пенальти это уже, я говорил, лотерея. Главная игра и содержание. Вы довольны игрой? Конечно, очень доволен. Потому что ребята выдержали 90 минут против очень сильной и квалифицированной команды.